Ребят, я в глэмпинге. Пока иду на ресепшн, немножечко поснимаю для вас. Вот центральный вход в глэмпинг. Такое все. Почти эко. Ресепшн. Ну и, собственно, зайцы. По центр. Вот так все устроено. Это открытая зона. Сауна. И дальше. Сейчас зайдем сюда. Впечатляет, да? Выход в лес с той стороны. Бассейн. Есть даже вот такие купольные зоны. Вот, например. Это, я так понимаю, ресторан. Такой хомяк. Там река. Смотрите, какой малыш. Так, семейка в сбой. Ребятинка вот здесь такая. Там вон на дне осетры. Выйду на рыбалку между клиентами. Ну что, ребятки, как вам экскурсия по глэмпингу лес? Мне, конечно, очень нравится. Вы знаете, я люблю такие штуки, когда ты полностью погружен в пространство. Это, конечно, великолепно. Но здесь ёперный болит, холодно. Ау, чуть не туда свернула. Этот ресторан. Дождик начал лить сильнее. Я сейчас бегу к машине. Не знаю, смогу ли показать вам реку, которая шумит, слышно, да? Ну, если получится, покажу. Угадайте, куда я вас веду. Ну, вы знаете, да, я люблю бродить. Хотя это нельзя назвать неизведанной тропой, но для меня она неизведанная. Понимаете, да, куда я вас веду? Бежим? О, боже! О, божечки, ребята. Ну, я надеюсь, что вам нравится такая экскурсия. О, боже мой. Как красиво. Дождь, конечно, припустил прилично. Ну все, я влюблена.